Этот год для оздоровительного комплекса «Дельфин» стал юбилейным. Поздравить с десятилетием учреждения пришли ребята, которые в нем активно занимаются спортом. В качестве подарка они принесли открытки и добрые пожелания, разместив их на стендах. А организаторы мероприятия устроили для юных спортсменов различные конкурсы, а также угостили вкусным тортом и горячим чаем. Празднование, конечно, спасибо администрации. Детям устроили праздник. Было угощение, торты, конкурсы, подарочки маленькие, памятные. Детям очень понравилось. Для города это такой объект, которым стоит гордиться. За время своей работы ФОП «Дельфин» стал не только местом, где горожане могут поддерживать свое здоровье, но также и площадкой для проведения спортивных мероприятий и регионального значения по плаванию, которое вполне оправдывает название комплекса, ведь здесь один из лучших бассейнов края. Сейчас город Канск стал одним из центров плавания в Красноярском крае. Многие люди уже не представляют свою обычную жизнь без занятий физической культурой. Они встроили походы сюда в свой ежедневный график и уже с удовольствием пользуются этим. Я очень благодарен жителям города Канска и близлежащих территорий за то, что они пользуются всеми теми возможностями, которые спортивный комплекс предоставляет. Стоит отметить, со дня открытия «Дельфина» различные услуги посетили уже более 500 000 жителей Канска. Также на протяжении всех лет существования комплекса постепенно было открыто 20 разных спортивных направлений. В это же число входит трехметровая грудничковая ванна. Помимо всего прочего, за это время сформировался дружный, профессиональный и, главное, с душой работающий коллектив. Кристина Кущ, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.